Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас перед вами выступит корейский хор Чосон, город Москва. Сегодня мы выступаем уже вне конкурсной программы. Нам просто очень приятно видеть ваши лица, слышать ваши уши. Вот, и поэтому мы сегодня немножко отойдем от заявленной программы и позволим себе несколько песен, которые мы не пели на конкурсных днях акапелла. Очень надеемся на вашу горячую поддержку. Можно аплодировать, можно танцевать, можно петь, конечно, вместе с нами. Благо там будут знакомые вам песни. Ну и начнем мы, пожалуй, с песни «Гёнчидо». Эта песня очень любима, очень популярна в Северной Корее. В ней говорится о красоте родной природы, о том, какое счастье жить на земле своих предков, и как это прекрасно, когда то, что мы видим, совпадает с тем, что мы чувствуем, наше миросозерцание с нашим мироощущением. Мы всем желаем такого же крепкого баланса в жизни. Гёнчидо. Inside.